находится в Эрмитажном театре. Видеофорум! Только я не представляю, как оно. Если судить по кадрам прошлого года, там должно быть прям впечатляюще. Больше похоже, кстати, на нижний зал, допустим, на центральный в Эрмитаже, а не здешнего. Ну, посмотрим, что будет. В Эрмитажном театре Санкт-Петербурга полным ходом идет работа 16-го международного медиафорума молодых журналистов «Диалог культур». Свыше 250 участников, 11 стран, огромное количество мастер-классов, политических конференций, а также главный вопрос, что же такое «Диалог культур» в современном медиапространстве. Помимо этого, культурная программа состоит из показа фоторабот молодых фотокорреспондентов и фестиваля документального кино и репортажа на тему «Я живу здесь». А как отмечают сами... Не, заканчиваем. Че, я лучше? Наш форум собрал удивительно людей креативных, интересных, не просто журналистов, а людей, которые знаковые и создали для своей аудитории очень интересные работы. Начиная от моушен дизайна, заканчивая кинопродукцией, заканчивая лонгридами и интересными фотографиями. Если говорить о первых впечатлениях, то пока что нам все нравится. Удивительная, как сказать, атмосфера, то, что вовлеченность всех людей в работу и то, какие талантливые люди в разных уголках России снимают материалы, которые позволяют не только узнать о чужой культуре, но и помогают сохранить какие-то особые народные промыслы, какие-то серьезные культурные объекты и обращают внимание не только жителей нашей страны, но и всех ближайших стран. Мы как раз приехали из Калмыкии, из города Элиста, и помимо того, что мы участники сегодняшнего форума, мы представлены в рамках фестиваля документального кино «Я живу здесь», мы представляем как раз свой степной регион. Подведем итоги первого дня. Мы очень сильно устали. Прям очень сильно устали. Ноги гудят. Было много всего увидено, просмотрено, впитано. Было очень интересно. Было много практических, как говорится, советов, которые мы, возможно, будем использовать в дальнейшем. Так что первый день запомнился нам чем? Новыми знакомствами, новыми встречами, новыми целями, которые поставили перед собой. Что еще можно выразить? Что ты? Какими знакомствами? Не сбивай меня с толку. Это не так чисто для красоты. Так что будем ждать, что будет на следующий второй день. А пока пойдем отдыхать.
Среди необъятных просторов степи и жаркого южного солнца находится небольшая республика – Калмыкия, которую называют оазисом степи или маленькой Азией в Европе. Сегодня закончился второй день медиафорума. Сегодня прошел показ документальных видео и сюжетов на тему «Я живу здесь». Мы посмотрели вторую часть сегодня. Большая часть работ была сюжетного типа, а также документальное кино на разные самые различные темы, начиная от орлят, пионеров, рассказы про мастеров, которые уже, ну, талант которых, мне кажется, впечатляет, но про которых никто не говорил ранее. Ну и, конечно, представили свою видеоработу, небольшую ознакомительную работу касательно Республики Калмыкия и чем она привлекательна для современного российского туриста. Минде! Расскажите, вот все-таки как вы считаете, что каждый житель Петербурга должен знать свою историю, ценить то, что у него находится, вот такое хранилище таких бесценных таких экспонатов? Вообще, как считаете, что это так? Обязательно. Это, ну, как бы история не только города Санкт-Петербурга, это столица, она была первой, потом перевели это в Москву, вот, поэтому все значимые события в нашей стране, в принципе, вершились сейчас. Как бы здесь, поэтому, ну, как я буду жить в нашей стране и не знать историю? Мы находимся на третьем этаже Эрмитажа, где расположена огромная, обширная просто коллекция буддийской экспозиции. Здесь представлены танки, многочисленные фрески, датируемые XI веком. Также в дальнем зале мы увидели некоторые частицы буддийских статуэток, которые датируются II и III веком. Здесь представлены экспонаты из Индии, Тибета, Бутана, а также из государств, которых уже нет, но они расположены на месте нынешнего Туркменистана и Таджикистана.
Так, записываем финальный лайв. Это наша последняя ночь в Санкт-Петербурге, и мы подводим небольшие итоги о том нашей поездке. Где мы только не побывали, что мы только не видели, что мы только не видели, и где мы... Что с нам больше всего запомнилось? Нам понравился Эрмитаж, да? Мы побывали сегодня в Эрмитаже, наконец. Я не первый раз, но Сага увидел первый раз Эрмитаж, ему очень сильно понравилось. В целом, было хорошо. Мы отлично провели время, столько всего увидели, столько всего узнали. Чему-то научились, потому что мы столько всего снимали, что мы обычно не снимаем. Но надеемся, что выйдет какой-то интересный новый формат. Значит, мы собираем вещи, и следующий наш пункт — это аэропорт.